Удивительное явление увидел американец на своем батуте, когда утром вышел во двор. Мужчина вышел во двор рано утром и на батуте обнаружил капли, которые на первый взгляд напоминали застывший силикон или пластик. Подойдя ближе, мужчина понял, что перед ним обычная вода. Но почему же она приняла столь необычную форму? Дело оказалось в материале, из которого изготовлен батут. Так, сетчатая фактура со влагоотталкивающим слоем и поверхностное натяжение сделали свое дело. Его фотоработы понравились почти 100 тысячам пользователям на платформе Reddit, а комментаторы принялись обсуждать столь интересный опыт. Как выяснилось, вода сводит энергозатраты к минимуму, что в сочетании с сеткой стало причиной формирования несвойственной капли формы. А вам встречались ли капли дождя какой-нибудь необычной формы? Пишите в комментариях. Если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.